Добрый день, всем привет, здравствуйте. Здравствуйте. Изменения по колесу судьбы. Добавлен сектор с челленджем от Руслана. В офлайне пришел донат. Челлендж по КОХ 3, кстати. Вот. Крутим, поехали. Крутим, вертим. И тут же он выпал. И вот он уже и выпал. Все по-честному. Так как подкручивать? Тут нельзя. Тут нет такой функции. Так, задача выглядит следующим образом. Значит, сыграть в КОХ 3 за британцев, использовать доктрину с Гурха. Я не знаю, что это и правильно ли я это назвал. Артиллерийская вроде. И, соответственно, использовать их. Также можно сыграть доктрины, где командосы, вывести их. Все остальное на твое усмотрение. Какие-то гуры, это индейцы, да? Какие-то индейцы, чешу, блядь. Индейцы в натуре есть. Гурха, рифл секшн. Вот эти, индусы, индианцы. Так, ждем каточку. Поехали. Так, Викерс. Викердончик. Сразу ставим штаб. Индиана артиллерия групп. И пошел пока что, ну, по захватикам. Десяточки, я думаю, приоритете сейчас сразу, да, надо брать. 10 БП, 10 топлива. Так, да. Пулеметчика куда-нибудь бы в этот дом сразу бы завести, если получится сейчас. Ага, побежал. Так, томики. Напарник, видимо, десантом играет, самолеты летают. Да, высадил что-то. Пулеметчика высадил. Так, я пока тут захватики. Попробую, что ли, заколючить центр. Может, ежи нарастить. Так, инфантри секшн пошел по захватам. Пулемет надо в этот дом довести. А желательно еще и захват дать. Вообще было бы жирно. Так, еще отряд пехоты. И потом ждем, значит, Гурха. Гурху ждем. Так, есть. Здесь ежи тоже зеленку дают. Надо проверить. Кстати, один еж поставить. Так, следующую точку. Комики. Панзергренадер. Бля, прям ползет. Все, уже пинет. Сапер! Ну, Викерс не сразу подавляет, зараза. Но я успел. Этого тогда. Ай, перерасложился. В дом или что? Да, в дом. Ай, все, зевок. Не успел я отконтролить. Ладно, бьем тогда панзергренадера. Сапер пока там останется. Так, их тут до хера уже прибежало. Подтягиваем пехоту. Что, зеленку дает? Да, да, еж дает зеленку. Давай тут заколючу. Чуть-чуть им. Так, сюда на захват. Видимо, ждем еще отряд Томми. Назад. Хилку надо будет поставить. Эти кусты простреливаются? Не понял. А, видимо, он выше меня позиции. Я понял. Огнемет они уже выдали саперам своим. Что мне нужно? Медицину. Территория lost. Так, что тут на центре заколючили? А, вот так, да, получилось. Давай вот этот обход заколючим. Центр заблокируем. Так, ну и пока надо тут ждать, видимо, пулеметчика, когда он подтянется. Открыть гранату, Б-15. И мне нужно еще какие-то юниты выводить. Еще кого-то. Так, пока вот так. Позаглядывай, что они тут делают.
Давай еще пулемет, в общем. Сапера. В зеленке стоит. Ладно, отошел. Ждем пулеметчика своего. Надо с пулеметчиком атаковать будет. Пока гранаты. Так, а как я тут так заблокировался саперами? Сам себя залучил. Ну давай на вот эту точку. Тогда зайдем, кстати, тоже ее заколючу. Ждем, ждем пулеметчика. Уже ползет. Так, ты пошел. Заходим. Второй машинган также сюда. Пошла граната. Отлично. Там заход, проход или что? Чуть-чуть назад. Сапер, помоги. Сейчас прогонят, блядь. Машине попытаюсь гранаты дать. Один человек, отступай. Блядь, можно ее попытаться добить будет. Да, добивай машину, хорошо. Этого. Не осилили. Так, что там в доме сидит? Будем выкуривать. А штурм, ну когда открывается? А, надо огнемет, понял. Пулемет пока вот так свелся. Гурху, гурху. Открыли гурху. Выводим. Два отряда сделаю. Все, пулеметчика в этот дом. И пошел отсюда. Сейчас еще и мину поставлю на этом проходике. Так, все, вот так сидим. Отбились. Пока лечимся. Машинган Брены выдаем гурхе. Все, порядочек. Так, вот тут место есть для фангования. Надо бы заколючить или что-то с ним сделать. Так, зеленку его тоже закрываю. Все, сидим. Напарника тоже все замечательно, я так понял. Так, здесь мы, наверное, вот таким образом все запечатаем. Пехота пошла. Апгрейд бы сделать. Инфантри тренинг. Повышает эффективность пехоты. Оп, открываем. Так, что мой оппонент будет возвращаться выбивать меня? Что он себе думает? Потому что. Буи, буи. Давай с этой стороны. Подожди, я застрял, что ли? А, я застрял там, ребят. Он не может выйти. Надо снять колючку как-то. Так, идет. Чуть-чуть назад. Чуть под пулемет. Как сейвить? Что делать? Как сейвить? Вот это дело. Пошли томики. Позади гурха. Штурмовики. Дальше. Вот это делали. Артиллерия. Артиллерийская поддержка. Видимо, вот этот пак нужен мне для этого еще. Так, снимаем колючку. Не вытягивает он. Не вытягивает его пехота. Сейчас потеряет. Потерял бойца. Ну, тогда наступаем. Пулемет, выходи. Заходим. Давай я здесь постелю, наверное, вот такое. Пока есть время, вот такое дело. Это им понравится. Они егерей подготовили. Оп. До свидос. Так, есть флайер. Recon Flyer. Видимо, еще какая-то винтовка там он доступна, снайперская, да, с оптикой. И заказать артиллерию можно.
Так, а недалеко МГ погнал? Давай здесь сведемся. Так, этот МГ в дом. Окна есть? Да, одно окно есть. Так, ну и продвигаемся дальше. Так, Гурху, на базу бы отправиться похилиться, наверное. Да, так и сделаем. Пошел. И еще один отряд выводим. А, я звезду не взял, кстати. Сейчас саперы возьмут. Так, на точке на его. Напарничек его пришел помогать. Назад, назад, под зеленку, под пулемет. Под пулемет. Не видит этого. Там зенитка. Ай, потеряю пулемет. Потеряю. Пытаюсь забрать еще. Против зенитки надо ставить продакшн. Выводить или пушку, или что-нибудь. Кого-нибудь. Так, ну пулемет я заново подобрал. Так, вайт машинган. Пошли пока, наверное, на центр, что ли. Здесь колючие, это влочим дальше. Ежами проезды. И пулемет сейчас надо будет выводить. Да, все, выводим пулемет. Отступаю даже, отступаю. А как он так вышел, и ему нужно еще и сворачивать пулемет? Как это у него так получилось, интересно? Проход здесь себе сделали, не дам. Так, Гурху, на центре собираемся. Что его может сконтрить у меня? Так, эффективно против пехоты. Граната. Бьем. Должны, по идее, справиться, думаю. Нихера себе. Гранатомет, да? Так, сапера тоже на базу отправлю. Так, что его там может сконтрить? Это, я так понял, не вариант, да? Гумбер, армаред кар. Так, давай к М3 для начала откроем. М3. Стюарт. Центральную звездочку держим. Надо по очкам пытаться побеждать. Пулеметчиков возвращаю на те позиции. Так, этих томиков тоже туда ведем. Ну, пошли напарнику поможем. Так, один пехот на центре. Дым. Один пулемет надо на центре будет развернуть. Дефать центр. Так, сейчас будем Стюарт ждать. Гранаты? Из дыма. Получай, отступил. Хорошо, саперы. 3 очка у меня. Давай стоимость, уменьшать стоимость пополнения. Пулемет, видимо, вот так сводись пока. Так, здесь дом занимаю. Стюарт заказываем. Пехота пока тут где-то собирайся. Будем ждать Стюарт. Со Стюартом поедем. Он авиацию сбивает, сейчас сидит. Пулемет ближе, чтоб ты видел. Так, здесь пехота идет. А ну давай ее встречать. Густатори. В негативном кавере. Так, он отходит. Давай Стюарт ждать, короче. Что-то заказали. Отойду. Бреющий это был. Так, Гурху тоже вниз. И сейчас жду Стюарт. И надо будет этот бишоп открыть. Стюарт поехал. Танк-командер. Давай танк-командера. Подальше от огнемета. Так, вот этот глаз тоже открываю. Назад. Приехала зенитка. Назад. Сейчас ждем Стюарт. Так, бишоп. Потом бишоп выводим.
Поехал за ним. Бьем густотори. Поехал, поехал, поехал. Пытается он уехать, видимо. Не в ту сторону я... Ага, не в ту сторону, правда. Заезжаем, заезжаем. Ой-ой-ой, егеря, егеря, егеря. Ой, половину хп уже сбрили. Назад, 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 назад. Все, отступила, пехота отступила. Назад на ремонт. А я ж там заблочил, заблочил-то. Так, ладно, пока на центр этих... как гурку, гурку на центр. Все, отремонтируем. Видимо, мне банально нужна пушка, блядь. Так, бишоп сделал. Сейчас ремонтируемся. Гурха здесь атаку проведет. Бреющие снова заказали. Хорош, но парень добивает. Дальше. Тест. 100. Давай мили положу. Ясно, донат хуета, спасибо. Отступили. Так, бишоп, бишоп мне надо, бишоп. Стоим, ждем бишоп. Так, а что там мины? Надо было отменить же, не? А, егерей словил пулемет, красавчик. Пехота сюда. А, бишоп, давай, бишоп, подъезжай. Отступай. Ай, зевнул. Второй свели. Ну, наверное, не, заезжать нельзя. Заезжать нельзя, надо пехоту обождать. Так, пока вот так свелся. И бишоп сюда. И... Ну, следующий тир. Оп. Так, это не подавление там, фокус. Отступил. Идут, 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 идут. И назад, 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 идут, идут. Арту. Бишоп тащит это. Оп! Отъехал сразу. Промах, блядь. Давим. Так, зенитка, отъезжаем, давим. Он отъезжает. Так, бишоп, перезаряжайся. Не хочет он их на базу отправлять, хочет здесь где-то еще ставить. Медицина рядом есть. Густотори, бей густотори. Захват. Зенитка, зенитка назад. А у него есть гранаты? Да, есть что-то. Что-то кинул меня. А, просто смог. Оп! Промах. Так, давай флайер пока закину. Как далеко могу? Вот, а, недалеко. Недалеко. Вытяну его, нет? Да, 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 да. Сейчас флайер закинем, ремонтируем. Так, бишоп ближе. Флайер оставил и валим. Хорошо. Так, а ну-ка, ну-ка ты. Он стоит, его просто добить, блядь. Да! Эть, сука. Стюарт туда. Еще. Стюарт, давай, 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 давай. Хорош, блядь. Так, Стюарт поехал. Заново минус здесь, на этом проходике. И гурха пошла, гурха. Оп. Надо добивать. Надо добивать. Егерей нет. Отлично, медицину. Гурка заходит. Так, ремонтируем. Егерей, егерей, егерей. Хорош, саперов.
Так, открываем М3, анлочим, пока анлочим. Ну все, от этого, с ДКФЗ отходим. Порядочек, захватываем, заходим. Отлично, жмем М3. Не, ну Бишоп Хару, ну Бишоп, это что было, самолет упал? Бишоп, конечно, ну хорош. Так, М3. Надо еще центр бы... Не, давай я здесь буду укрепляться. Центр пусть напарник решает. Я могу Томиков туда отправить. Все, Бишоп, стой. Пока так стоим, укрепляемся здесь. Поехал. Мины, значит, мины на проездах надо. Здесь мины, и вот здесь мины. Так, на центр пехоту завожу, помощь. И М3 сейчас тоже туда отправлю. Может, с Бишопа лупануть по пулеметчику, давай. А они новую зенитку сделали. Хорош, до свидули. Заходит Томики. Ну, тут у меня пехота все укрепилась, стоим так. Заходит пехота, пехота, Бишоп, отмена. Гранату хочет дать. А, там еще с панзершреками, что ли, позади. Да, по-моему, панзершреки идут. Густотори! Пулемет, помогай. Гранату. Гранату. Дропнулись, все. Победа! Так, что мы тут что-то... Что-то настреляли вроде, да? Пулемет наверх, на боеприпасы. На боеприпасы. Так, и ждем Томики. Давай тут мешочки нам построим. Сколько на 3 мешка, да, наверное, чтобы весь отряд расположился. Так, Томик. Так, ну моя задача взять как-то эти боеприпасы, да? Давай так сведемся, чтобы может как-то две точки покрыть можно было пулеметчиком. Ага, вот таким образом пока что. Саперы пошли. Томик пошел на пятерочку. И ждем еще отряд Томика. Так, это я подколючу, наверное, им, да? Пожалуй. Нет, давай сначала точку возьму, потом заколючим. Может быть, даже зеленку построю, да? Стоим. Большим пионеры. Вот кого высадили. Так, Томик. Здорово. Гайд по настройке горячих клавиш. Так тут у нас в этот... Какой гайд? Заходишь в параметры игры, там есть опция настройки клавиш. Все. И настраиваешь, как тебе удобно. На этом гайд окончен. Ну все, панзергренадер подавлен. Че он лежит, непонятно, правда. Чего он ждет? Давай пока Томиков тащим. Пошел. Так, пошел. Может, там какое-то фонование через низ? Нет, намечается. Че, он время тянет? Саперы. Надо гранату открыть. Да, свидос. Назад, 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 назад. Перепрыгивай. Назад, назад. Назад отойдем. Пусть под пулемет заходит, заезжает. Я пока вот это возьму. Дальше медицину бы. Огнеметчик. Сейчас зевнет он его. Не зевнул. Так, гранаты есть. Он в зеленом укрытии. Фиг, уже два человека осталось. Ну, сближаюсь. Сближаюсь. Можно гранату зашвырнуть. Правда, не хотелось бы боеприпасы тратить, оставить на противотанковые гранаты. Ну давай. Оп. В принципе, пойдет. На машину идем. На гранату расписался. Отлично. Пулемет на звезду.
Ну и в спину дамажим, в заднюю броню, пока заколючим. Хорошо. Так, выходим в сторону Гурхи. Ай, боец, боец, наверное, для тебя это все, поймали тебя. Не заметил. Да, сапер минус. Так, Гурха. Томик пошел. Напарника дела не очень внизу, я смотрю. Как-то... Гурха. Вперед. Так, панцергренадеры, давай зеленочку занимать. Что-то он не лечит отряда, ни хрена, я смотрю. Так, свелся. Не, такие отряды в бою ничего себе не покажут, конечно. Сейчас еще и потеряет. Да, потерял, да. Я отступил. Я отступил. Пулеметчика сейчас ближе сведу. Может выдать томики на этот... А давайте через томики, кстати, сыграем Гурхой. Угу. На звездочку зайду. Все, пулемет сведен. Жду еще один такой отряд. Так, а я прожал? Да, я ж прожимал, да? Я не вижу, чтобы апгрейд шел. А, это эти томики, блин. Гурха-то у меня здесь. Смог. Еще один отряд. Ну и дальше продакшн и пушки бы сделать. Что там, далеко он свелся? Успей гранаты ему. Нет, не успел, тогда отступаем. Так, мне бы на самом деле собраться, вдвоем идти. Подожду отступающий отряд. Да, ходим парами. Вот это еще дело нужно. Инфантри тренинг мне. Так, и на этот раз я сыграю через ресурсы за килы. Томики пошли. Томпсоны выдаем. Апгрейд проводим. Вперед. Пошли. Тоже в сторону боеприпаса. Сейчас будем фланговать этого пулеметчика. Так, ну и дальше Т3 и пару пушек выведу, наверное. Две пушечки сделаю. Павел, стоп. Привет, подскажи, здорово. Пока Ху-2 сложно микроконтролить. Просираешь отряды и не успеваешь контролить хотя бы индишит на горячие клавиши. Забываешь строиться для выхода в тиры, это дело привычки. И как выбирать доктрину на какой карте, не понимаю, поделись, как ты учился. Ну как учился, просто играл, с опытом все приходит. Что касается, как выбрать доктрину, на канале вроде есть гайд на эту тему, я делал. Можешь пересмотреть. Может, там найдешь нужную тебе информацию. Ну, а в целом все с опытом приходит. Блядь, зенитку сделали. Так, давай тир ставить. Нет, пулемет, ты никуда не идешь. Оставляем его здесь. Спасибо за донат. Ну и нужна пушка против зенитки теперь. Давай пока... Может, бой с антитанком тут попробуем против зенита, а? Посмотрим, что из этого получится. Так, пошли, давай через дальний верх я попробую тогда зайти. Этими отрядами, это Гурха. А на зенитку сейчас томики нападут. Может быть, сконтрят ружьями противотанковыми. Попробуем, да, давай, давай. Это правда пулемет еще тут
Давай, 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 пытаться. А, что, двоих сразу моментально подавил? Двоих сразу подавил. МГ, блядь. Не, все. Прогнал, сука. Надо с пулеметом будет разобраться для начала. Так, а как мы будем разбираться? Может, вот это дело побыстрее выйдет? Да не, но это быстро не будет. Не знаю. Ладно, идем пока наверх. Надо техника. Тогда какая-то техника. Так, М3. Снова М3. Может, следующий тир? Нет, 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 нету топлива для следующего тира. Ладно, еще раз бойсами зайдем для начала. Короче, бойса, да, да. Зайдем томиками. Так, сближайся. А, у меня шрывок, кстати, должен быть. А, на первом ветеранстве. Зевает. Хорош, идем дальше. Так, томики пошли. Давай тогда через верх, раз там пулемет. Дым. Дым. Ну и он стоит, можно ему гранату. Он как вкопанный стоит, гранаты ему накидать, что ли. Да, 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 куда ты, братик? Так, отошли. Пока отошли на захват. Томики идут. Пулеметчика, видимо, я на этом проходе где-то сейчас сведу. Вот так оставлю его. Так, и... Пиладж откроем. Жду. Тогда пока следующий тир, наверное, есть смысл. Блять, едет. Дымы не скоро. Разбежались. Ладно, один хотя бы тут останется. Мне дымы, возможно, пригодятся еще. О, колпак из ниоткуда взялся. Это нормально? А, идет напарник туда строить. Правда, дым через 100 секунд. Давай атаковать. Сейчас на себя внимание привлеки его. Возьми урон на себя. Оружие у меня позади зайдут. Так, и открываю. Ага. А ну-ка, плюх. Реархит. Плюх, плюх, плюх. Плюх, плюх. Так, он в смоке уходит. Граната, граната. Пошли гранаты. Заходим. Заходим, заходим. Так, ты иди сближай, пулемет. Ну все, тут все, 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 тут все. Ладно, отступил. А вот томики я не знаю даже. Получится еще отползти. О, не-не-не. Надо пушки, короче. Я прихожу к выводу, что нужны пушки. Давай две пушки заказываем. Там уже зенитка. Тут уже оружие эти никак не справится. Этот отряд пока запрячу. Пусть тут почилит. Попробуем в это дело выйти. Артиллерия будет моя основная. И дела не очень у нас. Но напарника есть пушки. Я две пушечки сделаю. Так, следующий тир. Гурха наверх. Так, наверх. Сикспандер. Так, пока здесь собираемся. Так, что там вторая пушка? Жду. Может, тогда апгрейд? Япон тренинг, да, тогда сделать. Все, пушки есть. Подтягиваем пушки тоже сюда. Наш сапера восстановить будет, кстати. Так, Гурха, зашли. Вы выходите оттуда. Тоже атакуйте, заходим. Ага. Рывочек. Рывочек. Бега. Терпи, терпи.
Заходим. Пушки еще подвожу. И пулемет даже подвожу. Всех подвожу. Вперед. Так, там этот едет. Зенитка. Встречаем сейчас ее. Гранату. Я зенитку не вижу. У них локатор, кстати. Гранату. Работаем, работаем. Пушки, пушки бейте тоже. Хорош. Гранату. Не, на пулемет гранату, блядь. Ты отступил? Да что ж такое, сука? Ну не проходят гранаты. Кто-то закиньте-то, а? Не, гранат не будет. Можно отступать. Попробую еще зенитку, там буквально и плюшку, блядь. Все, назад. Пушки назад. Так, апгрейд я там дал. 3 очка. Так, так. И артиллерию ждем. Ну, никого не потерял, но было близко к этому. Так, пока саперов. Пока, наверное... Не, один сапер. Один сапер пусть будет. И на захватик. Так, перестреляю его, правда, он в укрытии. Может, вот это надо нажать? Абилити. Игря. Не, меня подавили, уходим. Саперов наверх, огнемет им выдам. На звездочку пусть пока идут. У нас 200 очков, кстати. 200 очков. Пушки отводим назад. Надо решать звезды. Так, напарник берет. Он на центре укрепляется. Хорошо. Сейчас я наверху звезду возьму, я думаю. Так, томики пошли. Тут надо, видимо, помощь пушек моих. Пока подтяну вниз, на центр. Гурха пополняется. Где он там стоит? Так, томики, наверное, через дальний верх идем. Там пулемет, я думаю, на той же позиции у него. Чуть-чуть небо ближе. Сейчас. Ага, и я еще плюшку. Граунд. Понятно, назад. Мимо. Так, гурха пошли. Гурху на центр пришлю. Центр пробили они. Пулеметчика тоже. Всех на центр сейчас пока. Здесь мины покладем. Пушку, братан, пушку. Где там сигнал? Пушку. Рывок. Бурха, рывок. Пошел отсюда. Так, здесь. Вперед. Так, что я там должен буду сделать? Из техники М3. Сука, на ответочка. Люх. Ага. Давайте, давайте, пытайтесь. Пушки снизу идут, кстати. Терпи, пушки идут. Блять, опять сейчас, сука, всех подавит. Блять, такая. Это ж пулемет, коняка. Граунды ему. А, он арт-удар еще им тут заказал. Граунд, граунд, пытайся, пытайся еще. Одно попадание. Ладно, ушел. Надо техника. Давай Матильду, пока. Кого я потерял? Кого я уже успел потерять? Так, Томми на месте. Все на месте. Пока никого. Пушки на хил. Ну, звезды держим. Так, и жду артиллерию буду строить. Викер заваляется, никому не нужны. А пулемет надо было арту заказать, я думаю. Пожалел боеприпасы.
Так, Матильдочка поехала. Критический ремонт на первом вете. Так, и дымы. Инфантри суппорт. Так, томики пошли. Поехали с Матильдочкой. Че, саперы сами не пополняются? Пушки возвращаем, Гурха пошел. Артур! Минус там, наверное. Егеря пострадали вроде. Так, это тебе поремонтирую. Мардер снова. А, пушка. Так, нет, себя поремонтирую. Так, надо мне пробить сейчас как-то пулеметчика этого. Надо, чтобы Матильда там помогла, дымы дала. Мне буквально дымы дать, чтобы пехота зашла. Давай, давай, давай. Еще, блядь, гаубицы надо строить будет. На той же позиции. Все, пехота пошла. Назад. Бьем. Хорошо, заходим. Минус. И все, пулеметы пизда на этот раз. Работаем, работаем. Бля, помощь пришла. Гурха, отступай, наверное, что-то заказали. Пушки, пушки, нет, 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 надо сейвить пушки. Ай-яй, как же больно-то, а. Одну потерял, да, пушку, походу? Нет? Не, не потерял пушки. Потерял этот, томика. Ладно, надо, наверное, на ремонтик бы. Так, пытаюсь тут захватывать. Чем я могу еще помочь? Давай, закажу. Так, идем артиллерию строить пока. Егеря, 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 назад, назад, назад. Хорош. Кинет гранату. Не? Тогда бьем. До свидос. Хорош. Так, пушки на лечение. Гурха на центр. Вроде пробиваем их. Сейчас я построю тут грязь. Не сильно так близко. Не, ну попробуем. Так, пулемет, держи здесь точки. Так, может быть, апгрейд для танков провести. Так, саморемонт будет. А, только я понял. Только критические повреждения, видимо, ремонтируют. Пушки возвращаем. Томик тоже пошел на захваты. Идем. Так, идем, побежал. Рывочек. Так, артиллерия есть. Все, ждем таргеты. А вот и таргет. Бьем туда. Дым. Еще дым. Ой, ответки тоже хороши.
Давай внизу помогу. Хорошо. Так, апгрейдик. И на пулеметчика. Так, это пособираем, наверное. Саперами. Понял. Туда переводимся. Артиллерией и Матильду. Звездочку. Звездочка под арт-ударом. Пушки слишком близко, мне не нравится. Давай их назад. А, да? А что это такое? Кто-то страшный строит. Ай, меня поливают, я не видел. Сбежал. Пушки сейчас. Что там, Матильдочка? Вали их. Не, давай эту гаубицу на прежнюю позицию. Работаем, пушечки. Все, вот так свелись. Что-то егеря вообще как-то небрежно сыграли у него. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой. Получай. Все, отвел. Где-то моя гаубица. Залпик сюда. Одну потерял, но она что-то не отошла. Это я захватываю. Минус, давим. Так, пушку на базу. Или тут можно у... где-то напарник, да, построил. Медицинский колпак. Там полечимся, пополнимся. Так, уехали. Если уже смогу. Мардер насыпает. Арта, ну нейтрал, попробуй нейтрал. Все, и ушел. Так. Давай М3. Ремонтируюсь. Пехота пошла. Не, мы это подбирать не будем. Так, анлок дали. М3. Рывочек. Пустотори. На густотори. Блять, не тянем. Ушел тогда. М3. Производстве? Не понял. А, есть уже? Нету? Так, бой. Надо второго, наверное, сапера быстрее ремонтироваться. Так, залпики. Ну, пока не видно, куда давать. Давай выставим поудобнее. Пушка здесь сама не поп... А, сама не пополняется. Понял. Надо второго сапера быстрее ремонтироваться. М3, медиум танк. Все, поехала, Матильдочка. Так, Гурха наверх, пока собирайтесь. Ты тоже в атаку. Идем в атаку.
И ничего не надо поремонтировать здесь, не? Хорошо. Может, я колпачок тоже поставлю где-нибудь? Лярд, контент маркетинг 3333. Попробую нейтрал. Попробуй, попробуй, Сань, спасибо. Эх, зенитка уехала. Ну, пушим, пушим. Так, где там гаубица? Блин, пока ее выберешь. Сюда! Пушим. Все, в атаку. Вот так. Получи. Ой, там два танка. Отъехал, отъехал. Так, здесь контролим. Какой же он бронированный, да? Залпик, залпик. Хорош, дальше. Так, это надо будет поремонтировать. Мардеры. Блять, они меня забьют, походу. Да, все, я погибаю. Пехота, забегаем. Где там гаубица? 30 секунд еще. Гранаты. Гранаты. Смог. Не успел, да? Не, еще успеваю. Все, дропнули. Напарник добьет. Победа. Да. Так, шо, мы тут что-то настреляли, да, вроде тоже. Ну и потерял немало, даже я бы сказал больше, чем настрелял. Так, ну еще боечек сыграю за командос. Это значит, эти американцы, что правильно понимаю, только у них командос. Или у британцев тоже есть. На этот раз через командос играю. Так, пошел. Викерс, казарму. Доктрина, я так понял, Air Sea Battle Group, да, Royal Air Force, а мне нужен. Командос секшн пар... Парадроп. А, парадропы. ЛМГ секшн. Парадроп. Так. Антитанк. Рокет. Ага, понял. Команда с 2 очка. Все, ждем. Машинган пошел. Ну, давай на ПП зайдем. Захватик дадим. Пока томики там созреют. Да. Так, а напарник у меня тоже британец. Понял. Понял. Вперед. Пошел. Виктор, стоп. Валера, покажи свои настройки горячих клавиш в КОХ 3. Хочу, как у тебя раскладку сделать. Так ты ж ее видишь, вот она справа, на панели внизу. Справа внизу, ты же видишь кнопки какие. Q, T, R, отступление. Я же сделал все это как приблизительно во втором КОХе. Вот эта только кнопка у меня вот не назначена. Блядь, негативе. Опа, ты уже там сились. Спасибо за донат. Ну, тут видно, вот по панели видишь. R, отступление, T, стоп, Q. Ну, это как во втором КОХе я сделал. Как у меня настройка. Нижний ряд это Z, X, C, V. Ой, что-то я тут отдаю пока инициативу. Ну и все, VSD у меня камеру двигает. А вот эти клавиши вообще ряд этот не настроен, я так понял. Да, этот ряд у меня вообще не настроен. Ну все, мне главное стоп, атака, способности, типа гранаты, это нижний ряд, отступление, все. И все, ВСД, это камеру двигать. Все это на настройках можно найти, и все там есть. Так, пока медицину, и у меня там проблемы, короче. А где моя база? А, вот. У меня там проблемы, там пулемет уже, там они уже свелись.
Давай тогда через центр будем пытаться заходить. Так, пошел. Давай здесь зайду. Так, надо будет этот глаз открыть. Не? Или не надо будет? Гранаты надо. Так, гранаты открываем. Он дом, да, занимает? Да, он дом сел. Что, мы перестреляем этот дом или нет? Я вот не знаю, перестреляем, нет? Так, вот огнемет, если бы выдать. Так, давай подальше отойду. Ага, сюда, где там? Ля-ля-ля, сидит там. Все, огнемет тащим. Здесь я заднюю даю, заднюю. Огнемет идет, будем выкуривать. Если он дом сядет, будем выкуривать. Так, заходим на него. Заходи. Может, дом? В зону еще, в зону надо зайти. Два человека, бляха. Надо отступать. Там поддержка. Так, зеленку, какую-нибудь зеленку. За мной вроде дом, плюс еще отряд здесь. Гранату ему туда. Где там дверь? Где он сел, блядь? И на двери ему, сука. На нахуй. Так, зеленку. Надо что-то заказывать. Где там команда с эти? Два очка. Че мне заказ? Давай еще Викер, что ли? Давай Викерс пока. Штурм пионеры. Я так понял, они выкурят меня. Да, взрывпакеты. Еще гранату им попытаюсь. Дверь в другой стороне. Ладно, на штурм совете. Штурм пионеры. Отмена. Так, отмена. Ладно, все, я тут просрал тоже. Ну, потому что я юниты не делаю. Ну, жду я, так, жду командос. Может, еще может сапера еще один огнемет дать? Не, будем ждать командос. Эх, пулемет уже, это беда. Будем сейчас фланговать пулеметчика пытаться. Так, я вот тут пока на лестнице запрячусь. Томики пошли. Victory point забирает. Так, ага. Вот так свелся. Отлично, заходим. Гренадеров пытайся сразу. Отлично. Всех сжег или кто-то? Да, сжег полностью. Хорош. Нас саперов. Давай зеленку. Так, сейчас будет два очка. Сейчас команда сделаем. Может, я апгрейд пока? Давай апгрейдик. Не апгрейд, а Т2. Возможно, пушки пригодятся. Не-не-не, сиди, короче, зеленки. Сейчас томики идут. Так, командос. Я могу из здания вылазить? Из каких-нибудь зданий, не? Не могу. Не могу, я понял. Идем так. Высаживаются. Десантируются. Это хорошо. Так, граната. Вторая граната. Нет, отмена вторая. Теперь вторая граната. Я высадился. Так, вперед. У меня инвиз есть. Хорошо. Так, давим. У, сука. Саперов отпущу. Так, и этот командос тоже открываем. Пошел. Так, я пока тут тихонечко я запрячусь. Ага. А что у них там на вооружении хоть? Пулеметы, что ли, не понял. А, эти пистолет-пулеметы, так понял. Сцены, да, типа того. Я вот тут потыняюсь у них.
Так, 320. А эти дешевле стоят. Может, я в тылу где-то высажусь? Там же ж пулеметчик у них имеется. Томиков сейчас на базу отправляем, отпускаем. И вот тут у лестницы я запрячусь. Все, пошли пытаться вниз, выкуривать. Пулемет в атаку. Давай, давай, быстрее, быстрее, он сейчас подавит. Ага, сюда. Дом занимай, если дадут. Я бы не отказался. Вот сука, минер. А ну к нему. Может, продамажу как-то еще. Гранат, правда, никаких нет. Ой, секшен, отступай. Получай. Так, ну дальше я пушки буду готовить. Это брейщи, подавление. Сука, потерял. Увернулся, отлично. Ну что ж, саперы подберут тогда. Ты сука. Серьезно? Вот так просто, да? Да свидос. А еще плюс пулемет. Ладно, отступили. Тут все-таки захват. Так, этот пулемет. Давай на центре среду. Наверное, вот так, чтобы они по лестнице меня не обошли. И пошли дальше. Так, пушки готовлю. 50 топлива. Может, Матильду? А, Стюарт. А, Матильда, да, не в это, в следующем тире. Ну да, да, да. Анти-инфа 3. Так, а этот? Ага. Так, все, команда, короче, запрятался, сидит, ждет таргеты. Вооружать их не надо дополнительно. Здесь еще есть бомба, да? Вехикл. Ага. Так, и на вете смог. Так, ну давай вот так, а такой пак одному. Ой, идут, идут. Идут, идут. А второму... White Machine Gun, да, White Machine Gun, да. Все, и пока вот так сидим. Пушку подведу. Пусть тут уже наготове будет. Ну и там напарник им уже под базой берет, пока я здесь сижу. А что я сижу? Пошел я тогда. Тогда я пошел в атаку тоже. Заходим. Ой, ой, меня как-то поймали. Ладно, отступил. Так, пулемет. Все, увидел, как сведен. Сейчас ему удочку закину. Так, здесь захват. Этот командос тоже куда-то полез. Хорош, до свидос. Все, стой. Дом занимаем. Отлично. Так, он заказал по этот брещи, брещи. Отошли, отошли, отошли. Их дом. Отступил. Занимаю. Так, атаку, атаку. Вот они хороши, в принципе. Пушку, да, пушку. Давай вторую пушку. Там штук. Пулемет сажаем. Надо отступать. Надо отступать. Люх. Пулемет. Позади огнеметчик еще. А у них здесь пулемет сведен тоже. Если заберем, будет прекрасно. Свалил. Гад. Так, пушку натравим сейчас на штук. Антитанк. Бля, ну куда он через пулемет идет? Так, ты отступил.
Так, Командос. Пополняется еще. Плюшки есть, хорошо. Еще. Хорош. Граунд. Мимо. Пулемет. Сука, снова брещи. Выжигаю. Так, что на центре? Подавлены. Выжигай, выжигай. Не пойму, у меня что ли артой какой-то. Надо заднюю дать. Надо дать заднюю. Сейчас подождать команда с пехоту. А то я чувствую, потеряю здесь все. Так, вот это, а это на что? Суплай. Центури... А что я потерял? Дед, да, дед написали. Что-то потерял. А вроде не... А, саперов? А, саперов, да, потерял саперов. Так, что там, центурион, да? А, центавр, медиум. Ага. Или это ждать все-таки? Так, ладно, буду ждать авиацию. Команда через дальний низ. Давай следующий тир пока. Так, давай апгрейд для пехоты. Давно пора было сделать. Так, штугами какими-то странными давят меня. Так. Может, на центр тогда заломлюсь. Помощь. Напарник, он как раз тоже сейчас идет. А пушки тут по лестнице не пройдут, да? Да, да, не пройдут, только пехота. Так, а ну-ка этот флайер туда, флайер поглядеть для начала. Команда тут понизу. Пулеметчика вот так свел, оставил. Все, пошли. Ведем пушки. Я не контролю. Что там центр? Понял. Понял. Заднюю. Здесь штук едет сейчас. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас. Надо, наверное, бишоп мне, кстати, еще будет. Не помешал бы. Ну, а способность сколько по боеприпасам? Не пишут. Здесь штук. Мне вообще бишоп нужен. Давай бишоп открывать. Так, тут я пушки приволок. Ну, он увидел, ладно, все, назад. Он увидел, отъезжать. Там минометы еще. Минометы, ля-ля-ля, как катаются. Ладно, отошел. По-моему, там заходят десантники еще, да, уводим пушки. Так, давай команда, короче, на центр. Пехота будет эту пытаться звезду брать. Так, бишоп заказываю. Пушки надо вниз к себе возвращать. Все, пулеметчик пока так, пусть сидит. Надо идти звезду брать и пушки приволочь. Ну а команда пусть тут пробует как-то пролазить. Где там арт-удар? Ну-ка, не видит. Бишоп подождать. Давай бишоп уже подожду. Вообще, я тут с высоты должен иметь преимущество, наверное. Ну-ка, не видно его нихера. Пушки. Пулемет дом. Так, вы заходите. Так, захват давай. Где там бишоп? Пулемет не вижу, где я сел. Пушки. О, сука, сюда! Пушки! Работаем.
дальше. Получай. Пошел. Так, назад. Томики пошли, команда пошел. Где-то он внизу запрятался. Сейчас найдем, сука. Кулемет. О, хорошо перестреливает, кстати. Опа! Арт-удар. Минометная поддержка. Этот минус. Так, назад. Пушки отводим. Все, пошел. Хорошо. Это мы захватим. Пулемет поближе. Здесь я держу, держу, да, точку. Хорошо. Чуть-чуть пробились. Так, а я достану? Где он там? Вот сюда залпик дать. А вот будет польза. У них 100 очков. Пулемет вот так свел. И, ну, пока апгрейд. Для этого, для Т3. Так, здесь зеленку занимаем. Точку берем. Пока отошел. Бишопом. Отстреливаемся. Хорошо. Гранату ему. И высоту занимаю. А, вот залпик был. Не, залпик не могу. Не вижу. Я потерял что-то? Не, что мне там? Пулемет, отступай, короче. Отступай. Так, сюда командос. Ну, здесь вроде держим. Минус. Так, беру. Хорош, дальше, дальше, дальше. Пушку, пушки. Бишоп, подъезжай. Ждем этот М3. Открываем 3. Анвок. Все, здесь остался в инвизе. Ты тоже в инвизе. Заходим к ним. Где они тут сидят? Ага. Ага, сука. Вот и все, блядь. Ну как так, ребят? Ну как так? Оп, командос, помогите. Ой-ой-ой, пушки отвел, пытаюсь еще, пытаюсь отвести. Сейчас, сука, залпик туда. Одну потерял. Блядь, не может залп заказать. Ну понятно, понятно. Тоже потеря. Так, ну пушку восстанавливаем, понятно. Атака была безрезультативной. Давай этот М3 сейчас скоро. Отъезжай. А, ну я могу этим шелом, да, как там? Оп! Артиллерий шел. Лупануть. Так, и они уже за звезды переживают. Начали высаживаться прямо на звезды. Очки, кстати. Вот это дело. Не знаю, что это. Пусть будет. Пулемет пока вот так свелся. Где там этот М3? Способность 180. Понял. Залп. Победа по очкам. Опа-па. Так, next door. Вперед. Так, Викердончик. Доктрина с командосом, правильно же? Да. Командос отыгрываем. Казармочку ставим. Так, я так понял, вот этот отряд, он поинтереснее будет. Там динамит есть. А здесь, а у второго ЛМГ. Ага, Light Machine Gun. Первый для ближнего боя, второй для дальних дистанций. Я первый буду выводить, наверное. Он дороже стоит, и как-то он поинтереснее, там способности больше. Так, ну а пока что, Томики.
Пока что томики, пока что захваты. Пошел, так, пошел. Томик заказал. Прых. Так, здесь захват и пулемет на центре оставим, держать центр. Звезду взять бы еще, если получится. Так, пока вот так свелся. Так, Томик пошел. Давай на топливную для начала. Так, дом. Еще отряд Томми. Пошел. Мне бы вот тут зеленочку на будущее. Вот так зеленочку. И вот так, наверное, не помешало бы. Ага. Василиса, 400. Давай в нормальный кикбэчик против Сани или Игоря. Амеры против Советов. Ты за Амеров. Челлендж добавлю на колесо судьбы. Спасибо за донат. Так, пошел дальше. Мешки, мешки, отмена, отмена. Так, хилку уже нужно. Налетели там коршуны. А где у меня здесь база? Так, давай попытаюсь тогда звездочку пока взять. Ждем хилку. Гранаты открываю. Свелся. Но и они залетели там, в общем-то. Сейчас пока надо будет похилиться. Мотоцикл! Бей, убей, бей, 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 бей. Там Томик еще сзади. Ага, дай ему, дай ему. Ну, сука, пошел отсюда. Ага. Так, справишься? Давай я еще пулеметчиком помогу. Сяду. Так, что мы там похилились, да, огнемет? И пошли пробовать выбивать. Жду, командос. Че, мой пулемет не видит его, что ли? Лупи по нему. Вышел, израдился. Давай в соседний дом тогда. Так, зеленка, зеленка, зеленка. Это панцергренадеры. Куда-нибудь в этот дом. Ля, подорвать хотел меня. Вовремя свалил. Не, в этот дом давай. Так, что здесь, никого? Томик, ну захват, сапер дальше. А, понял, они на машине рассекают. Понял, понял. Опасно, опасно, ребята. Так, я пока апгрейд на пехоту. Не знаю, пулеметчик в этом доме, как он вообще себя будет чувствовать? Снизу могут обойти, не уверенно. Давай выйдем в этот соседний, сядем обратно. Так, а тут, я так понимаю, можно захватывать. Обратно сюда сядем. Так, апгрейды. Вооружение какое? Может, снова бойсы? Так, отступил, отступил. Он толпой ходит, я понял. Ловит мои одиночные отряды. Вполне успешно. Пошел. Командос. Так, ждем командос и вооружение все-таки. Ну, видимо, оружие надо противотанковое давать, раз на машине рассекает. Давай. Что там напарник? Звездочку держит, хорошо, топливо у них отбирает. Пробуйте сапер опять куда-то заходить. Я приехал с огнеметом. Он прямо из машины может выжигать. Да, 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 да. Я еще не выкачал. Бежи, бежи. Уже качнулся. Хорош. Может отменить апгрейд пока? Второму, да, второму отменю. Не, не успел я отменить. Так, открылся командос. Хорошо. Где-нибудь вот тут. Где-нибудь вот тут я высажусь. В тылу. Так, а это что за отряды вообще? Берсаглиры. Кошмар. Что это? Что это такое? Это с чем едят? Прячемся в дома.
Вся команда уже на захватике. Вышли. Так, пошел, наверное, в левую сторону. Этот отступил. Пулеметчик обратно в дом. Что насчет там апгрейдов? Да, тир следующий. Все, команда с Чили. А я второй такой могу, да? Может, он только один доступен? Нет, наверное, можно и второй будет. Все, запрятались, захватываем. Тут пулеметы, минометы. Сейчас зайдем. Сейчас зайдем на него. Опять он приехал. На 250-м. О, минометик. Давим. Наверное, уже пулемет, правда, пере... А, вот пулемет где. Стоп, может, я его заберу? Хорош, этого. Пионеров. Там еще такой же. Попробуй забрать у него. Под шумок пока свистнуть. Подступаю. Подступаю. Да, забрали. Хорошо. Так, тут надо посигналить. Видит, он видит. Все, все. Я туда не лезу, их много. Так, команда с вооружения не нужно, Данила. Они уже вооружены. Это замечательно. Так, пошел где-то, я не знаю, на центр команды. Надо мины постелить. Постелим-ка мины мы, пожалуй. Так, так, на проездах. Можно еще высадиться. Давай аж в дальнем тылу. Вот там позахватываю. Ага. Динамит. Сколько динамит? 60. Это мы захватываем. Да. А где захват? Миномет. Меня обкладывать? Нет? Нет, вроде не меня. Так, а второй команды, короче, вот тут запрячься. Будешь их встречать. Все, бойцы пошли. Может, динамитик поставить? Ставят они? Я не вижу. Не ставят? Не понял. Не работает? Багованно? О, может, в зоне нельзя ставить? Получай. Пошел тоже отсюда. Хорошо. Блять, а что такое? Боеприпасы забрали, динамит не поставили. Ну прекрасно, ребят. Или поставили. Чё-то стоит. А, видимо, на него теперь нажимать нельзя, он автоматически подрывается. Я так понимаю. Плюх. Штурмовики. Бьем штурмовиков. Так, надо думать какую-то технику, короче. Давай стюард для начала. Там на машине вот эти рассекания, мне не нравится, что он может заезжать, отхватывать территорию. Так, это пытаюсь выжигать. Давай, команда, дальше протяну. Отступай, ХП мало. Так, пулемет на центр, меня обкладывает, выходим. В соседний дом. Я вот тут пока позахватываю. Все, здесь стоим. Соседний дом, давай. Ля-ля-ля-ля. Пусть захватывает, пусть. Уже нет никого. Два очка. Давай я сразу в этот центавр. Не знаю, что это дает. Активируем. Ой! Тут бы не потерял теперь. А ну выходи. Может, он потерял бдительность, просрет отряд. Отлично. Так, там у них пазик едет. Прячемся где-то подальше.
Что у нас тут происходит? Хорошо. Так, здесь свелся. Так, здесь захват, здесь захват. Стюарт, да, так, Стюарт. Надо пересаживаться. Давай в этот дом. Безопасней. Так, Стюарт. Блять, я отменил. Не то нажал. И вот этот Центар, медиум танк. О, поймали, не, все, отступать. Центар, я так понял, в следующем тире будет, да, наверное? Или вызывается? Вот черт кто знает, надо будет открыть, посмотреть. Вызывается он или строится. Так, команда справее пошел. Я тут мешочки дострою, да, если что. Так, что они тут? Берут, не берут? Я не пойду погляжу чуть-чуть. Забрали? Позик, блядь. Позик стоит. Ждет. Так, бойся. Пока стой, зеленочки сейчас. Томики подойдут с ружьями. Здесь ближе свелся. Так, на центр. Стюарт в эту сторону. Пошел. Пытаюсь сейчас пролезть. Он наступил. Ладно, Стюарт, я думаю, погнаться тогда. За 250-м. Команда где-то я тут запрячу. Сейчас динамитик тоже воткнем. Этого. Ага, поехал. Пазик на центре, так, выходи. Оп, вот этого я хотел, да-да-да-да-да-да, сюда. Ой, правда за мной выехали, пытаюсь уехать. Еще выстрел, хорош, пытаюсь уехать. Пытаюсь, я МГ, да, просрал на центре, да-да-да. Наверное, вряд ли уже я уеду. Будем пытаться Шанхаями как-то валить. Валим, 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 валим. Блять, тут пазик уже на перехвате. Вряд ли уеду, конечно. Не, он что-то затупил там. Развороты лишние делает. Так, уезжай. Может, пушки пока что, я не знаю. Так, давай динамит. Это да. И в дом. Здесь мы тоже поставили. Так, сидим за зеленкой. В атаку. Уехал. Саперы на базу надо ремонтировать. Он здесь высадился. Атакуем. Осколочно. В негативе. Получай. Так, я гранату тут прокину как-нибудь киберспортивно, типа. Наверное, вряд ли. Опять дом. А вот так. Пошла? Увидел. Ну ничего. Ладно, отступай. Так, ты запрячься снова там за зданием. Хорошее место. Где там Стюарт? На базу. Ладно, отступил. Идут искать. Ля-ля-ля. Идут искать. Так, может, я пулемет? А вот мой пулемет лежит. Надо его подобрать. Обратно сяду в дом сейчас. 800, сука, лички. Я жду вот этот Центурион. Центаур. Медиум танк. Ой! Как он узнал? Ну, сука, на тогда. Плюх. Отлично. Так, запрятался. Пошел прятаться где-то. Ладно, в атаку. Ближний бой. Могу потерять, наверное. Сейчас продамажим, сколько сможем. Штурмовиков. Не, все, отступил. Стюарт поехал.
это забрать. Викерс в семью. 4 очка есть. Так, открыли. Он вызывается. 75 топлива всего-навсего. Выводим его. Тогда апгрейд сразу для танков. Да фугасница какая-то, не? Так, надо, короче, этот открывать следующий тир. Ждать что-нибудь оттуда. Так, все, не ушли, да, с топливной? Вернусь. Попака еще дальше. Оп. Тихонечко захватываем. Это ему понравится. Так, поехал. Назад. Че там, пазики? Назад. Поймали, поймали. Отступил. Так, пулемет я забрал. Надо его где-то свести вот здесь. Да, это фугасница. Понял, понял. Это фугасница. Мне гранату прокинули. Дело в том, что... Где там у меня эти томики в помощь? На базу. Блять, второго сапера надо, короче. А, мне ж противотанковое, да, есть что-то? Как заказывать? Да, сука, заказывайся. На движке, нахуй. Так, техника ушла. Томики идут сейчас добивать. Вот это дело сначала давай. Так, иди помогай. Хорош. Давай за ним. Сейчас он потеряет оба юнита. Хорош. За ним. Граната. Вернулись. Ну да, этот не захотел, блядь, потому что. Команда, помогай. До свидули. До свидули. Так, два сапера. У меня штурма нету, кнопочки. Саперы, саперы, ремонтируем, ремонтируем. Дальше жду М3. Ладно, ушел. Ну, нормально сейчас потерял. Так, давай, командос. По краю, по правому краю. Здесь пулеметчиком надо отступить. Забивает. И здесь отступлю тоже. Так, Стюарт, поехал. Саперам ремкомплект, чтобы быстрее ремонтировали. Стюарту может танк командира дать. Да не, 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 не буду, не буду. Я думаю, я его скоро потеряю. Не буду я его лапать. Есть такое неловкое чувство, что я его скоро потеряю. Так, томики тоже пошли. А ну расталкиваю. Ой, это уже может быть что-то противотанковое. Ай. Пытаюсь уехать. 3 очка. Давай разведку лучше. Так, надо это... Антиаэр, нужен антиаэр. Здесь секторка заказана. Все, команда спошел. Тут запрячемся. Так, антиаэр. Это где такое брать? Надо сейчас искать, где этот антиаэр. Так, что? Как антиаэр? Где? Что? Что? Что за это отвечает? Бишоп, так, бишоп. Кстати, бишоп бы тоже открыть. Там, походу, грузовик. Его надо будет... ему улучшение проводить. Таким образом, он становится... зенитным, да, я так понимаю. Ладно, ушли. Так, свелся. Стюарт поехал тоже. Саперы куда-нибудь на центр. Напарнику нужно что-то ремонтировать. А, у него два бишпа. Нет, тогда я не буду делать. Я тогда откажусь от этой затеи. Мне надо обычный грузовик, я так понимаю, вот это, да? Не, или что там у нас? А, вот, не, бишоп. Стюарт. Армор-кар какой-то. Так, так. Да, короче, грузовик, блядь, надо.
Ля-ля-ля. Ля, кто идет? Пошел отсюда. Здесь команда с у меня крысятничает. Так, Томики вперед. Пулемет здесь свел. Второй где-то здесь свел. Попытаюсь сейчас забрать этот вурфик. Наскочить на него. А команда пока вот сюда. Ага. Поехал, поехал. Опа, здравствуй. Нормально ты тут стоял. Чилил, сука. До свидули. Этих мы отпиздим, это точно. Команда сейчас сделала свое дело. Так, ремонтирую. Так, а что Victory Point там говорят? Проигрываем, что ли? Не, не проигрываем еще. Так, сюда. Это мой сапер? Нет, это не мой. Так, ну, давай вот это и, в принципе, авиацию обожду. Куда-то залп дали. Пережил. А вот тут захватик давай, пулеметчиком. Все, команда, скрысятничаем. В принципе, за трактором тут встань. Надо пойти, да, звездочку идем брать. Ты тут встань, чиль. Все, хорошо. М3. Зенитка, я так и не раз... Где грузовик? Грузовик. Так, что тут? Антиаэр конверсия. Все, на центре поставлю, пусть там работает. Так, техника моя поехала помогать. Идем ремонтировать напарнику танки тоже, в принципе. Бойсы тоже на центр. Все на центр стягиваемся сейчас. Пулемет, может, я в дом какой посажу? Нет, дома уже такие убитые. Давай вот так сведемся. Смог! Хорошо. Хорошо. Так, пулемет вот так. Работаем, работаем. Зажимаем уже. Может, команда себе пойду куда-то поближе встану. А где-то вот тут в кустиках. Ага. На проходе. Там поинтереснее будет. Пулемет на захват. Ну и жучим базу уже получается. Надо эти колпаки ставить на боеприпасы. Уехал. На ремонт. Оперник по базе бьет. Осуждаем такое, конечно. Так, а я ж могу зайти томиками-то, а? Бункерочков-то нету, гранаты ему. Плюх, плюх. Ой, уезжай, уезжай, уезжай. Уезжай, все, уезжай. Давай, добивайте. Добивайте. Еще, отлично. Все, иду колпаки строить. Блярд, метелица, 100. Спасибо. Спасибо, метелица, благодарочка за соточку. Все, команда тут ждет. Только неизвестно, чего нас ждет. Отряда чего ждут. Так, ну вы поняли, короче. Тайфуны, тайфуны. Так, сейчас строим колпак. Ремонтируемся потом. М3 я вроде хотел. Давай М3 заказывать. Абурейден мне... Никакие пока не требуют. О, идут, идут. Вот вас я, блядь, и ждал. Так, он через верх, да? Ну, сейчас ему тогда в тыл зайду. А, увидел. Все, атакуем. О, сука, повезло тебе. Так повезло. Так и думал, что надо было справа обходить.
Так, еще М3 потом, да? Может, тайфуны заказать. Так, а разведка сколько? Соточка, тайфун 180. Не хватает. Почти хватает. Я хочу сейчас заказать и поймать им, где их вся техника. Всю технику им можно как-то, ну, вот, вот сюда надо заказывать, да? Всю технику их жахнуть. Так, тайфуны работают? Отлично. Давай, на второй заход. Давай, вон он едет. Плюх. Саперов пока только. Ну, не убили. Так, что там, ремонты закончены, поехали. Лепим колпаки везде на БПМ. Давай, здесь тоже поставлю. И сдаются. Победа. Да. Так, ну челлендж отыгран. И Гурха играл, и Командос вывел. В принципе, что та доктрина мне понравилась. Ну вообще, Бишоп топ, конечно. Ну, Бишоп это, ну, это, конечно, топчик. Ладненько, на сегодня все. Давайте, всем спокойно, всем пока. До связи, увидимся.